Привет, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. В общем, я перейду сразу от слов к делу. Дело в том, что сегодня я замечаю очень странную реакцию своих друзей. Если я пытаюсь к ним подбежать, они просто убегают. Но если я что-то делаю, то они постоянно за мной следят, и при этом они даже не пытаются спрятаться. Они реально как будто бы специально делают так, чтобы меня либо достать, либо еще что-то. В общем, сегодня мы с вами обязательно разберемся, что не так с ними происходит. Ну а ты, как всегда, не забудь поставить лайк под этим роликом и нажать на красную кнопку подписаться, если ты еще до сих пор этого не сделал. Ну что же, погнали. В общем-то, так, вон они, видите, друзья? Вон они, короче, стоят и просто за мной наблюдают почему-то. Знаете что? У меня без них дел просто по горло. Так что давайте мы с вами сейчас займемся своими делами. А они пускай следят, в принципе. Ничего страшного. Я просто буду не обращать на них внимания. Смотрите. У нас тут надо морковь собрать как-никак. Пшеницу собрать. Ну-ка, где они там? Так, ну-ка. Так, показалось, это не он получается. Так, ладно, где-то бегаю, слушайте. Удивительно, наконец-то их нет на виду, а то все равно как-то, я не знаю, может они обиделись на что-то, хотя вроде не было ничего такого, чтобы обижаться, непонятно. Так, о, вот он стоит, иди сюда, нубик, стой, иди сюда, давай поговорим хотя бы. Вот, друзья, видите, они просто молчат, я просто ни слова не слышу, они вообще ничего не говорят, странно очень это дело. Хотя то, что нубик вперед так подходит, это на самом деле очень странно, он так близко подошел прям, непонятно. Вон они на амбаре сидят, короче, там болтают что-то, наверное, что-то обсуждают. Все, друзья, смотрите, пшеницу я посадил, у меня, в принципе, еще два главных дела осталось. Так, мне нужно, получается, прямо сейчас отправиться к нашему амбару. Вот, в нашем амбаре нужно покормить животных. Вон они, смотрите, там сидят. Стойте, слышите вы, я вас на амбаре вообще-то вижу, то, что вы там стоите. Оп, что? Стоп, что? Что за вашу дивизию налево происходит вообще? Так, вон она, убегает, смотрите, друзья. Вот иди давай отсюда. Наблюдать она тут за мной будет. Так, семена, пшеница, морковь. Я это все забираю, друзья. У нас тут есть вот такие замечательные коровы. Давайте их всех покормим, чтобы у нас стадо постепенно увеличивалось, их становилось больше и больше. Вот так, великолепно. Так, морковку нашим хрюням дадим обязательно. Вот, Нубик даже про хрюник своих забыл вовсе. Как-то так. Так, и... Так, пшеницу, получается, даем овцам и семена курицам. И все, животных мы на сегодня уже с вами покормили. Все, давайте, курочки тоже идите сюда. Кстати, надо бы у них вот эти все яйца собрать, потому что потом можно яичницу приготовить. Так, все, отлично. Все это забрал. Так, отлично. Ну-ка, по-любому где-то наблюдают. Вон они, смотрите, стоят. Я же говорю то, что они стоят, и вон даже не пытаются делать вид, как будто бы они прячутся. Сейчас им туда яйцо закину, это куриное. Ну-ка, где они там? Вон она стоит, смотрите, друзья, это леска так. Нате туда яйцом, вот так вот. Ничего себе, друзья, прям попал, смотрите, прям туда, куда надо полетело. Все, отлично. Так, корм сюда кладу, пшеницу сюда, семена тоже сюда. О, вот он, смотрите, 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 он прям здесь в упоре у меня. А ну стой, слышь ты, нубик, зачем ты за мной сидишь? Говори, выкладывай, что вы придумали вообще? Что за... Это издевательство какое-то. Я не знаю, ладно. Так, друзья, я, короче, сегодня хотел еще заодно машины колеса поменять. Вот, надо резину, короче, поменять. И сиденье. Так, давайте сейчас это сделаем. И знаете что? У меня постепенно в голове начинает появляться кое-какой план, что можно будет сделать. Потому что это все очень странно. Так, вот они колеса, я, наверное, все четыре колеса поменяю, заодно сидушки хочу новые поставить, там, потеплее, с обогревом, там, с обдувом, там, и так далее. И еды надо взять, кстати, обязательно. Все. О, вон он, смотри, бежит сюда. Иди сюда, что ты тут бежишь, слышишь ты? Сюда иди, тебе говорю. И убегает. Травит меня зачем-то, я не знаю. Но Нубик, конечно, очень близко подходит. Прям я вообще не понимаю, зачем он это делает, честно говоря. Так, колесо новое сюда. Колесо новое сюда. Так, давайте я старые колеса вот сюда буду убирать. Так, сюда поставим. Так, и надо бы еще, конечно, масло в двигателе поменять, но... У меня сейчас такого нет с собой, к сожалению.
Так, сидушку сняли раз, сидушку два, и пассажирскую переднюю я тоже бы хотел поменять. Все, отлично. И знаете что? Кстати, у меня тут такая идея появилась. Знаете, что я сейчас делаю? Так, куда у меня сидушка-то упала? Я еще телефон возьму и Леске позвоню. У нее телефон точно с собой? Вот. Так, отлично, отсюда. Вот. Вон она стоит. Смотри, сейчас я даже внимательно буду следить за тем, что она будет делать. Вот реально, сейчас я, короче, такой позвоню, и интересно. Если она трубку возьмет и будет молчать, это будет вообще фигня какая-то. Мне кажется, она даже трубку не возьмет, вообще специально будет молчать. Так, сюда поставим. Так, семена пока что сюда. Все, отлично. Так, телефон. Кстати, компьютер хотел поиграть еще. Так, набираю телефон. Гудок пошел. Так, давайте смотреть, где там Леска у нас стоит. Они где-то в деревне были. Так, только я их не вижу. Так. А вон она. А вон, смотрите, друзья, видите, у нее телефон в руке? Я даже... Она даже на телефонные звонки специально не отвечает. Кстати, нуб куда-то пропал вообще что-то. Снова где-то впритык, что ли, дома стоит. Кстати, да, по-моему, я слышу что-то. Кто-то ходит здесь. Что-то тут кто-то ходит, короче, реально слышу, короче... Вот он! Вот и стойте там. Все, не дозвониться, ничего не сделать. Все, пошел компьютер, короче, поиграет. У меня уже нервы сейчас вообще напрягаются, сейчас зловить буду. Вообще не могу уже что-то прям это. Сейчас там катку запущу. Так, что у нас там? Во, компуктер. Так, вот такой у меня нож крутой есть, короче, так вот на пальце керамбит вот это накручиваю. Так. Ну что, давайте сейчас это пойдем, короче, там. 2 на... Получается, 2 на Б, 3 на А получается. Там подожмите длину обязательно, яму займите, флешку на мид киньте, короче, вот. И поднажмите, смотрите, чтобы авапель, короче, только не входил. Алло, слышите меня? Вот. Все, давайте, смока раскупайте, молотов так закидывайте, когда будут Б рашить. Так что будьте внимательны тоже все. Так, я пока что телефон вот сюда положу. Все, отлично. Все, давайте 10 секунд. Так, стоп, что это такое? Кто здесь ходит у меня возле дома? Так, они снова у меня возле дома, что где-то ходят или что? Так, кто там? Так, короче. Все, это без меня катку продолжите. Тут это за меня кто-нибудь другой доиграет. Вот, все, я сейчас пойду. Так, короче. Это фигня какая-то вообще полнейшая, не понимаю, что. Опа! Видите? Что-то только что летело здесь. Короче, друзья, план такой. Я недавно кое-что начал строить, и Леска с Тубиком об этом даже не знают. Я сейчас там сделаю ловушку. Они в нее попадутся. Вот, что будет за ловушка и что сейчас буду делать, просто смотрите внимательно, друзья, вы обязательно все поймете. Все, пойдемте постепенно с вами возьмем сейчас инструменты. Посмотрим, есть ли у меня все необходимые детали. Так, камень, лестница, костная мука, кирпичи мне это не понадобится, а вот инструментики, они у меня вот в этом месте лежат, и факела тоже возьму. Все, друзья, смотрите, короче, они об этом месте не слышали, они сейчас же, они же специально следят за мной, даже вид не делают, что следят. И они увидят, куда я спущусь, и будут ждать, пока я туда не уйду, а потом сами мою ловушку в скам и попадутся. Так что изи, сейчас я их поймаю, им точно не поздоровится. Все, смотрите, друзья, короче, вот здесь у меня есть секретное место. Я его, конечно, сверху не накрыл, но у меня здесь есть вот такой люк. Я хочу там построить тайное местечко. Так. Давайте я их приманю, чтобы они меня видели, потому что я их пока не вижу. Так, нужно, чтобы они меня увидели, потому что если они не увидят, где я... А, вон они. Все, отлично, друзья. Все, так. Все. Секретное место идут. Тоси-боси, короче. А, нет, друзья, я кое-что забыл. Ладно, сейчас, короче, по-быстрому в лабораторию сбегаю. Мне нужно своего клона Шедимена взять. Все, друзья, побежали. Сейчас я его быстро возьму. Идея будет в том, что когда они спустятся, они увидят то, что у другой стены стоит Шедимен. А я там поставлю сундук и Шедимена. Они подумают то, что это я, подбегут со спины и упадут в яму прямо в невидимый пол и попадутся. Так, давайте возьмем с вами самый крутой алмазный сундук. Вот этот. И копию Шедимена. Все, готово. Все, побежали, друзья. Так. Чё, где они там, интересно?
ходят, наверное, смотрят. А что если они уже за мной не следят, они такие, наверное, смотрят, что там за люк копали, либо еще что-нибудь, я не знаю. Кстати, вон за то дерево. Стойте! Они, кстати, за тем деревом спрячутся, за которым я буду за ними следить. Ха! Ладно, посмотрим. Но они все равно от меня убегают, так что я думаю, то, что они убегут. Все, друзья, смотрите, погнали делать ловушку. Смотрите. Вот здесь будет алмазный сундук. А вот здесь будет шедимент стоять. Вот, смотрите, мне кажется, максимально похоже получилось. А теперь нам нужно с вами немного пол выкопать. И они попадутся в эту крутейшую ловушку. Когда я приду, я у них спрошу, что вообще происходит. Так. Я думаю то, что, наверное, глубины 3 блока хватит с головой. Вот, они выбраться уже оттуда никак не смогут. Так, отлично. Все, давайте поднимемся. Я думаю, то, что ничего страшного, если этот булыжничек там застрянет. Все, смотрите, друзья, мы с вами накрываем вот эти фейковые блоки. Если я сюда скину, оно все провалится. Все, друзья, давайте я выхожу из бункера. Вот этого. Я закрою люк. И теперь, прежде чем они сюда придут, мне нужно будет успеть еще сделать какой-нибудь обзорный пункт, откуда я за ними буду наблюдать. Давайте спрячемся вот на этом высоком дереве. Там такая крона у него очень пышная, у этого дерева. Так, смотрите, друзья, вот здесь сломаем, и вот в этом дереве у нас с вами будет маленький домик на дереве, ну как, шпионское логово, можно сказать, настоящее. Так, сломаем здесь, сломаем здесь, так, а ну, чтобы только не упасть, давайте пока что временно так поставим, здесь то, что эта штуковина не увидит. Так, 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 почти готово. Так, друзья, смотрите. Все, давайте вот так сделаем. Все, друзья, смотрите. Во-во, а вообще, смотрите, я прям через листву смотрю, ну-ка. О, смотрите, клюнули, клюнули, вон они бегут. Они убегут, они бегут. Так, а, ну басы, смотрите, они даже с первого раза найти не смогли. Ха, вон, смотри, спустились. Все, друзья, смотрите, теперь мне нужно немного подождать. Надеюсь, они поверят то, что это я. Давайте с вами немного постоим. Вот. Так. Надеюсь, то, что они там уже попались в ловушку, если что. Давайте еще немного подождем. Если сейчас буквально 30 секунд выходить не будут, то я уже зайду. Так, что там? Что там, что там, что там? Пока что не выходят, походу попались. Так, все, я спускаюсь, я иду, короче, они по-любому там уже сидят. Все, я иду. Так, ну все, им капец, им просто капец. Сейчас я с ними. Сейчас-то они у меня попадутся точно. Так. Они же не выходили? По-моему, не выходили. Текс. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну что, леска, нубик, попались, да? Слышите меня? Ну басы вообще, капец. Так, стоп, кто-то по лестнице ходил? Или. А, стоп, что? Нет! Неужели они в зомби превратились? Стоп! Как это может быть? Стоп! Я домой! Я домой! Так, нужно оружие, срочно либо оружие, либо какие-то зельки взять. Короче, я быстро в лабораторию. Леска, нубик, сейчас, я приду быстро, я в лабораторию, короче, за зельками, за оружием, и все нормально будет. Так, друзья, мы с вами такую фигню устроили. Это просто трындец какой-то. Капец. Что с ними будет? Что с ними будет? Ладно, все будет нормально. У нас есть зельки. Они им помогут. Они поправятся, они зомбаками точно не останутся. Так. Где-где-где-где-где? Вот она зелька. Вот она зелька. Все, бегу домой. Так, бегу домой. Бегу домой, бегу домой. Так. Оружие, друзья, возьму чисто на всякий случай для безопасности. Кто его знает, если они на меня накинутся. Но мне нельзя их ни в коем случае им навредить. Нужно быть аккуратным. Так. Где у нас тут... Так, вот оно оружие. Отлично, все, оружие на месте. Так, выходим. Так, что у нас тут? Все, друзья, побежали. Побежали, побежали, побежали. Так, сейчас я зельку кину, и все им поможет, надеюсь. Все будет нормально. Так, вот он мой бункер здесь. Вот в этом месте. Так. Опа. Так, ребята, все будет нормально. Слышите меня? Все будет нормально. Стоп, а где зомби? Какого фига? Где зомби? Они же только что здесь были, они вылезти же сами не могли. Леска, нубик, вы...
Так, стоп, я ничего не понимаю вообще, ребят. Что-то у меня галлюцинации, что ли, какие-то? Дичь какая-то, что-то вообще не понимаю. Мы заметили то, что они пропали? Их нигде нет на улице вообще, не понимаю, где они. Бред какой-то. Так. А что там? О, вон они на машине едут. А теперь они машину откуда-то достали. Вот тебе на, понаблюдали, называется. Только что с этими замками стали? Что-то не понимаю, друзья, что это происходит. О, смотрите. О, наконец-то вздумали разговаривать. Вы со своими пранками дурацкими вот этими уже задолбали меня, честное слово. Вы что устроили? Вы тут следите за мной целый день. Зомбаки какие-то там попались, зомбаков подменили, видимо, да? Все это пранки дурацкие у вас. Что с тобой происходит? В смысле, что происходит? Вы совсем что ли? Я грядку копать, вы следите за мной. Я животных кормить, вы следите за мной. Я вас зову, вы ко мне не идете, машины дочинить. Вы из деревни наблюдаете. Потом нубик подбегает, еще что-то происходит. Потом да я вас в бункер, в ловушку заманил, там зомби вместо вас оказались. Вы что, вообще что ли? Подожди, может он заболел? Вот, нате вам. Лечитесь, короче, я не знаю, что с вами не так вообще, не понимаю. Шеди, да мы в магазине были. В каком магазине? В смысле в магазине? Вы за мной следили целый день. Да, ты чего? Подожди. Может, у тебя температура, я не знаю, давай посмотрим. Мороженое, температура спадет. Так, я понял, это просто какой-то ваш дурацкий... Пранк, короче, ребят, я не знаю, что это вы тут делаете, но я все это записал. Все узнают эту правду и узнают, если вы вдруг меня троллите. Короче, друзья, я на этом заканчиваю этот видеоролик, короче, вы сами видели, что происходит. На связи был Шедимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике, всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.